Временное жилье для бездомных. В Макеевке появится центр помощи подросткам-сиротам. Его откроют в микрорайоне Зеленый по улице Академической, сообщает начальник отдела по делам семьи и молодежи. Раньше здесь находился территориальный центр. Теперь будет общежитие. Подростки, окончившие интернат, смогут получить временное жилье. Также им помогут с одеждой и обувью. Сейчас готовятся документы. До конца года планируют начать ремонт здания, а первые жильцы появятся в 2013 году.